Новый год на носу. Служба новостей продолжает конкурс на лучший карнавальный костюм, сделанный своими руками. Напомню, возрастных пределов для участников конкурса нет. Зато есть временные рамки, и они стремительно сокращаются. Итоги будут проводиться 25 декабря. Главный приз конкурса – ужин в ресторане «Прованс». Для призеров – подарочные сертификаты от магазина стильной детской одежды «Десолита». Если у вас есть карнавальный костюм собственного производства, звоните в нашу редакцию по телефонам 25 64 16 26 38 28. А сейчас мы представляем вам участников конкурса под номером 3. Пятиэтажный дом у нас будет, да, Даша? Да. С помощью воспитателя они на время станут архитекторами, строителями, а потом перевоплотятся в художников и создадут что-нибудь еще. Вдобавок к новогодним поделкам, которые уже выстроились на детсадовских шкафчиках. А Дима на праздничном утреннике сыграет колобка. У меня румяный бок. Я веселый колобок. Укатился по лесам и ушел от волка. Ты не я свидаюсь, их сегодня елка. Ярко-желтый костюмчик – ручная работа. Над образом популярного сказочного героя хитро вытрудились семейным подрядом. Купили поролон, сделали шар, муж сделал выкройку, склеили вдвоем, потом тканью обтянули. Самое сложное было обтянуть ткани, ну, дальше варежки, тапочки и беретик, было все легче. Диме в роль вживаться нетрудно. Ему нравится все – костюм, сказка и характер изображаемого персонажа. А еще то, что на него смотрит младший брат Рома, а мама в новогоднем утреннике будет Снегурочкой. Детский сад – важная часть жизни ребенка, уверена Хитрова, и в ней надо участвовать. Обязательно нужно. Интересно и самой, и ребенку тоже очень интересно, что родители, и мама, и папа участвуют в его жизни в садике, поэтому я считаю, что это, кажется, должны все участвовать, ну, как минимум что-то внести в жизнь ребенка в садике. Между тем, до подведения итогов остается все меньше времени. 26, 38, 28, 25, 64, 16. Номера телефонов для тех, кто хочет заявить об участии в конкурсе. Надежда Печоркина, Масуд Пунаев, служба новостей «Импульс».